Добро пожаловать в наш новый эпизод, где мы отправляемся в путешествие по жизни одной из самых любимых и уважаемых актрис в истории кино Катрин Денёв. Однако сегодня мы не потрясем списком ее ролей, мы раскроем занавес ее личной жизни, а в частности ее любовных отношений. Безусловно, Денёв оставила неизгладимый след в истории кино. Кто не помнит ее великолепный «Северин в Беладонне», «Скорби» или ее трогательной роли в «Последнем метро», но за экраном она была женщиной, живущей на полную катушку. Одним из наиболее знаменитых и выразительных отношений были те, которые связывали ее с Сержем Гинзбургом. Пара, обладающая удивительной химией, привлекала внимание и вызывала страсти, но в конце концов их пути разошлись, оставив нам всего лишь напоминание об одной из самых впечатляющих пар киноэкрана.